Роберт Шарафутдинов, футболист Милкаи. Роберт, три матча, ни разу не удалось забить. Что не получается в атаке? Не хватает, наверное, в конце хладнокровия, в конце тех моментов, которые мы создаем. Будем над этим работать, будем еще усерднее тренироваться на тренировках. Два матча подряд пропустили в конце первого тайма. Опять же, в чем причина? Ну, чувствовалось то, что мы где-то не дожимали до конца. И вот, наверное, из-за этого сказывалась нервозность, может быть, за результат. Мне кажется, из-за этого где-то, может быть, расслабленность в каких-то моментах. Три матча у вас осталось до завершения сезона. Удастся ли победить? 100%. Обязательно. Спасибо.